Чтобы провести обряд освящения воды на полюсе холода, настоятелю храма приходится действовать быстро, иначе прорубь замерзнет. Река Индигирка считается самой холодной в мире. Крещенские морозы набирают силу, температура на улице постепенно снижается, и можно видеть, что сейчас термометр показывает минус 55 градусов. Окунуться в освященную купель выстраивается в очередь от мала до велика. Рядом дежурят врачи и спасатели. Они заранее побеспокоились о безопасности. Глубина всего 1 метр. Вы знаете, я не почувствовал особого холода. По ощущениям, чувствую себя хорошо. Рекомендую вам попробовать. Одна из обязательных традиций крещения – набрать домой святой воды. Невзирая на лютый холод, ее черпают прямо из Индигирки. Мы же христиане, верующие люди. Поэтому набираем воду. Через нее мы держим связь с Богом. Очищается и душа, и тело. Представители экстренных служб будут дежурить до последнего посетителя, очищая тогда купель, учитывая, что к утру мороз вплотную приблизится к отметке 60 градусов. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Вести, Форус холода, Якутия.